Счастье в том, чтобы быть счастливым и заниматься любимым делом. Не в деньгах счастье, так считает миллионер из Казахстана Серикбай Бисикеев. Выходец из Костанай, свой первый бизнес начал в России. Торговал сотовыми телефонами. А в 2012 году Бисикеев был признан лучшим предпринимателем года в России. Ему удалось построить международную корпорацию, которая предоставляет услуги в области промышленной интеграции, а также комплексные инжиниринговые решения в энергетике. Бизнесмен теперь живет в Сингапуре и считает, что его биография может стать примером для молодежи. Я родился в свое время в ауле, ничем не отличаюсь от нынешней молодежи. И поэтому решил поделиться с молодежью своим опытом, чтобы они поверили, что без огашек в Астане можно стать и независимым, и счастливым человеком, и приносить пользу людям. Лекция не о том, что стать бизнесменом, а стать профессионалом своего дела. Стоматологом со своим в дальнейшем частным кабинетом, фермером. А еще Серикбай Бисикеев говорит, что нужно уметь служить обществу. Этому он обучает и казахстанскую молодежь. Серикбай читает лекции для студентов и молодых предпринимателей, проводит семинары в онлайн-формате. Большинство людей написали книгу свою, да, и мотивировали людей на буквально несколько дней. Очень важно, помимо всех этих призывов, дать реальную удочку, благодаря которой каждый молодой человек сможет сам ловить рыбу, сам стать самостоятельным. И для этого я предложил продукт, выпустил со своей книгой «Дневник», который позволит любому человеку, вне зависимости от его способностей, стать профессионалом своей области. Опросы проводились в Америке в свое время, 30 лет назад. И те люди, кто вели дневник, они зарабатывают в 10 раз больше, чем те люди, которые не ведут дневник. Я веду дневник с 12 лет, и я посчитал, что нужно этими знаниями поделиться с молодежью южно-казахстанского региона. А сейчас вам сколько лет? Мне 45 всего лишь. Желающих узнать секреты успеха от предпринимателя международного уровня оказалось немало. В основном это студенты вузов, которые хотят связать свою жизнь с бизнесом или просто добиться успехов на определенном поприще. Нас из университета, из ИКУГУ сказали, что будет сегодня конференция, и вы идете. Я так обрадовалась, что будет именно он. Я хочу узнать самое главное себя, что я могу дальше делать, как могу дальше делать. Как добиваться успеха? Да, как добиваться успеха. Я хочу стать психологом, психологом военной части, и при этом же хочу, чтобы у меня была своя бизнес. А какой вид бизнеса именно? Именно рестораны. Сегодня в Южно-Казахстанской области более 20 тысяч молодых предпринимателей. Им от 14 до 29 лет. Встретиться со всеми молодыми южанами Серикбай Бисикеев вряд ли успеет. Бизнесмен пробудет в Шымкенте всего 3 дня. За это короткое время он намерен донести до слушателей свой главный посыл. Успех нужно запланировать. Только двигаясь ежедневно в направлении своей мечты, можно ее осуществить, уверен миллионер.